и приз зрительских симпатий получает фильм «Камли. Исламская республика Пакистан». Режиссер Сармат Султан Хусат. Награда вручается чрезвычайному и полномочному послу Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь его превосходительству господину Саджад Хайдер Хану. Тот, кто видел этот фильм, знает, что он о традициях, которые исповедует давно исламский мир. Свободу женщине. Аплодисменты, друзья. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the director of the movie Kamli, it's a great honor for me to receive the diploma and the bouquet. It has been a fascinating experience of film festival. I thank the organizers for the excellent opportunity provided. This was the first ever participation of Pakistan in Listapad, and we are very grateful and very honored and very encouraged with the result. So, fingers crossed for the next year. Thank you very much. Thanks a lot, Mr. Sajjad. Приза за лучшую режиссуру удостоен режиссер фильма «Камли» Сармат Султан Хусат, Исламская Республика Пакистан. Награда вручается чрезвычайному и полномочному послу Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь его превосходительству господину Саджад Хайдер Хану. Thank you very much, Listapad. Thank you very much, Belarus. Sarmat Sultan Khosat, while he is a very young director, he comes from a very distinguished lineage of filmmakers, a family which has been contributing and producing movies for the last 70 years. So I am sure that he'll be proud of this achievement also. Thank you very much. Приз за лучшую женскую роль присужден актрисе Саба Камал за роль в фильме «Камли. Исламская Республика Пакистан». Режиссер Сармат Султан Хусат. Награда вручается чрезвычайному и полномочному послу Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь. Его превосходительству господину Саджад Хайдер Хану. To acknowledge with thanks on behalf of Saba Kamal, who happens to be one of the top actress in Pakistan. She is more popular in the television series, but recently she has started performing in movies also. I'm very grateful that she has received this award. Thank you very much. Соловиные, коль ночи соловиные, цветут кусты жасминные. Марковича. Оператором фильма «Крик с гор» Исламская Республика Пакистан, режиссер Карим Шалвани. Награда вручается чрезвычайному и полномочному послу Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь его превосходительству господину Саджад Хайдер Хану. Награда передается члену жюри Йовану Марковичу.
Thank you very much. Мы продолжаем диплом зрительских семей.